Конечно, хочется, чтобы победил Трамп. Он более такой, не то что моложавый именно в душе. Он выкидывает такие темы, которые для нас более близкие. Он открыто говорит, что надо подружиться с Россией, что надо взаимодействовать с Россией. Конечно, опыта на международной арене у Клинтона огромное количество, больше, и она более-менее больше знает в международной политике, в международных отношениях. Но, честно говоря, ведь женщина настолько озлобленная, я говорю именно о ней, настолько озлобленная, и вряд ли для своей страны она принесет какие-то благие намерения. Ну, мне не верится в нее. За ней, конечно, стоит и целая страна, и сейчас еще действующий Обама, и Клинтон там бегает за ней, господи, как на поводу. А Трамп — это самостоятельный мужик. Мужик сказал, мужик сделал, мужик что-то говорит. И на самом деле он доказывает то, что, ну, это нужно делать. Это же опять такой недвойной стандарт. Сказал, а сделал по-другому. Нет, а он если говорит, то он делает так и есть. Будет безумно жалко, если он не победит. Будем надеяться его чистую победу.